Итак, попытка номер два. Нормально забрать проспектор. Вот, тут какой-то хрен его вызвал. Я очень доволен. Надеюсь, я теперь не поймаю баг, что я не вижу человека. По крайней мере, пока я бежал на улицу, я видел какой-то человек, вызывал корабль. Правда, там фрилансер появился еще, но, может быть, это проспектор. Поэтому мы зависаем, ясное дело, над дверью, чтобы с разгончика в нее влететь. Есть ли вообще человек... Покеда! Если сюда человек придет. Есть, короче, у меня мнение, что он сюда не придет. И я тут только зря торчал. Так вот, да вот. Так, вот здесь хороший обзор. Правда, я палюсь. Но мало кто смотрит по-нормальному-то по краю. А, да-да-да-да-да-да. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Так, принимаю позицию. Он начинает открывать дверь. Нам надо брать разгон. Смотри. Смотри. Сдалась. Тихо. Ты меня видел. Я знаю, что ты меня видел. Чё ты? Ну ладно, раз ты меня видел, то мы решим эту проблему. Хе-хе-хе. По-другому. У нас задача забрать корабль. Мы его забрали. Все. Чувак, Покеда! Покеда? Ты... О! Нормоль. Мы пошли на взлет. Смотри, делаешь так. Ставишь скорость лететь вперед. Встаешь с кровати. Ну, вернее, с кресла пилота. Встать обязаловка, ребята. Потому что мы вылетим из сейф-зоны. Сразу... Ну, ладно. Вот так это делается. Теперь можно, ясно дело, тормозить скорость. И да, если вы видели, что я доставал оружие и нифига им не стрелял, это не я дурак, а наши доблестные циги напортачили с патчем 3.8. Вот, и поэтому у нас пистолеты-автоматы то стреляют, то не стреляют. Иногда из-за этого можно умереть. Поэтому покупайте себе, ясно дело, нож. Ножик достаете и начинаете делать приветы. Так. 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 Я возвращаю корабль. Я... Давай. Открой дверь, быстрей! Какой из укрытий? Эй! Какой ты инвентарь? Надо было сделать анлокер. Я мимо пролетел? Да ладно. Я что, Порт-Алисар просрал? Я ж Порт-Алисар направлял корабль. Так, стой. Я не закончил. Стопэ. Лошара криворукая. Так. Короче, вот. Вот теперь я открыл дверь. Я теперь сделал все правильно. Теперь мы тормозим машину. И мы начинаем лететь куда-то туда, в Порт-Алисар. Очень удобно, что в данном кораблике, в проспекторе, мы видим, сколько нам лететь до Порт-Алисар. Я зацеплюсь за эти или нет, когда буду выпрыгивать? Ребят, не знаю. Я могу сейчас и не выпрыгнуть из этого корабля. Но мы по-честному забрали корабль. Мы его возвращаем. Вроде правильно лечу, да? Вроде правильно. Покеда! Эээ...
Наверное, корабль долетел. Я что-то взрыва, правда, не видел. Но метка-то исчезла. Значит, корабль я вернул. Все. Поехали тырить дальше. Если данное видео было для вас полезным, то я буду крайне признателен за лайк, репост и подписку на мой канал. Только начинаете знакомиться с игрой, исследовать вселенную или воевать? Все станет намного интереснее, когда рядом есть друзья. Присоединяйтесь к крупнейшей русскоязычной организации Turbor Corporation. Мы можем обучить вас всему, от торговли и добычи руды до навыков эффективного боя. Регулярные ивенты с участием большого количества игроков. Мы располагаем самым большим парком кораблей, поэтому вы сможете полетать на всех доступных космических судах в самых разных ролях. Turbor Corporation. Мы меняем вселенную. Вся информация о вступлении в корпорацию на нашем Discord-сервере. Ссылка в описании. Регистрируясь и покупая игру по реферальной ссылке, которая находится в описании видео, вы получаете внутриигровой бонус и также принимаете участие во всех ежемесячных розыгрышах от канала.